На днях наша съемочная группа посетила увлекательное занятие по направлению швейное дело в творческой мастерской студии «Взлетка». Если ему две ниточки будет, будет равномернее. Хорошо. И все, приложишь к центральным, все вот так вот. На занятии девушки создавали изделия своей мечты, некоторые представили готовые модели своей одежды. Вот уже шестой месяц ученицы познают нюансы швейного дела. Ну вы знаете, сложности на самом деле нет. Было бы желание, и там можно освоить все что угодно. Есть разные виды конструирования. Макетный образ и конструкторский. В программе, то есть чертежной бумаге, а есть прям ты выкладываешь на манекене всю эту тряпочку, большой кусок. И так рождается новая модель. Эта модель собрана на временную сборку. Она состоит из большого куска материала. И когда есть сборочка, она формирует вот это рукава. Вот здесь тоже будет сборочка. И сейчас я делаю для этого платья низ. Сейчас я буду соединять тоже все на сборку. Ну, в общем, будет красота. Любые модели одежды подвластны юным мастерицам в студии «Взлетка». В тандеме с опытными педагогами подобное досуговое занятие из хобби может перейти в профессиональную деятельность. На самом деле тут много направлений на «Взлетке», но я выбрала именно швейное, потому что это та сфера, в которой я бы хотела быть более осведомленной. На самом деле это очень интересно, и зная эти основы, мне кажется, можно действительно делать удивительные вещи для себя и для своих родных. У меня даже на выпускной не было платья. И тут я узнала, что у нас открывается швейное дело, и я такая мысль, надо делать платье, потому что, ну, это, можно сказать, давняя девичья мечта. И по секрету вам скажу, я на свадьбу хочу сделать платье сама. Девушки создают изделия на свое усмотрение, используя разные инструменты и аксессуары. Студия работает для того, чтобы каждый смог воплотить свою идею и мечту в реальность. Никогда не сомневайся в том, что ты делаешь. И, ну, это действительно классно. Я благодарна Яне за тот объем знаний, который она мне дает. То есть это не просто как мастер-класс. Ты пришел, изделие сделал и ушел. Это действительно, она дает знания, которые в дальнейшем можно будет применять в жизни, при дальнейшем, ну, моем развитии в данной сфере. «Взлетка» – это место, где можно получить увлекательный опыт. Каждый занят своим делом и вдохновляет своим примером новичков попробовать себя на первый взгляд в сложных занятиях. Мастерская появилась благодаря гранту от «Росмолодежь», который я выиграла на Тавриде в том году осенью. Вот. И уже шестой месяц мы реализуем наш проект. Грант, так как это «Росмолодежь» я выиграла, то получается входит в основном это молодежь от 15 до 35 лет. Вот. Конечно, спрос большой, и дети хотят, и взрослые хотят, но это я уже думаю, что это следующий грант. Среди участников проекта появились два человека с особенностями здоровья. То есть Саша и Никита, но они замечательно работают, у них такая колоссальная даже и производительность, и все у них четко получается. Вот сейчас я очень серьезно задумываюсь о проекте именно для выпускников коррекционной школы. У «Взлетки» далеко идущие планы. На данный момент уже 5 групп получили нюансы работы ремесел по 5 направлениям. В скором времени ребята уже с приобретенными навыками будут заниматься в студии коворкинг и смогут создавать эксклюзивные изделия благодаря коллаборации разных ремесел. Такие шедевры непременно станут украшением выставок. Анна Станкевич, Михаил Григорьев, Анапа регион.